База Росгвардии находится по Московскому тракту, недалеко от деревни Хомутовка. Здесь вот есть вороточек по вот этой дорожке. Тут красненьким обозначено. А на спутниковых картах вот так выглядит. Полигоны тренировочные, прочее. Мы там проехали на повороте под знак и вот доехали вот до этого места. Здесь КПП. Ну, дальше написан знак: стреляем без предупреждений, поэтому не поехали дальше. Здесь поклонный крест на повороте с Московского тракта. Подразделение Росгвардия. Это вот так называется учебный центр Росгвардии. Пост оцепления. Где-то там вдалеке вон постройки. Замечательная дорожка ведет к учебному центру Росгвардии. Арчи дрыхнет, Сёма дрыхнет, все дрыхнут. Эх, как красиво осенью все-таки. Это вот поворот с Московского тракта на учебный центр Росгвардии. Поклонный крест стоит такой. Ну, вот дорога под кирпич. Я даже не знал, что тут центр Росгвардии учебный.